Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами попробуем связать вот такое красивое ленточное кружево. Это цепочка, состоящая из мелких колечек. Вязала я вот такую цепочку ленточного кружева в качестве поясочка. В итоге я ношу его под платье. Вы же сможете использовать его абсолютно в любых целях. То есть, где вам захочется, скажем, применить вот такую цепочку, там вы, скажем, сможете и декорировать ей что-то, либо же в качестве какого-то аксессуара использовать. Я вам сегодня покажу, как его связать, а вы потом решите, куда вы будете его использовать. Кому интересно, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания ленточного кружева лучше всего использовать тоненький мерсеризированный хлопок, чтобы у нас было в 50 граммах не менее 250 метров. У меня для примера предоставлено здесь два вида пряжи. Это пряжа ирис и также Yarn Art Violet. К сожалению, этикеточки второй пряжи у меня нет, но есть подробный видеообзор на моем канале, где вы сможете посмотреть именно о данной пряже видеообзор. У меня это остаточки, которые я и буду использовать. Под пряжу я буду использовать крючок номер 1. Если вы будете вязать пряжи потолще, соответственно, на этикеточке можете посмотреть номер крючка, который вам рекомендуют, и взять самый маленький, который написан. Так как я хочу, чтобы у меня были более незаметные вот такие вот застежки на, скажем, моем как бы непрерывном вязании пояса, то я буду использовать в увеличенном виде вот такие застежечки, они выглядят. Я буду использовать вот такие маленькие. Для того, чтобы вам было более видно, я возьму ниточку пока что потолще и крючок, соответственно, побольше. Я начну, скажем так, пряжей потолще, а затем перейду на тоненькую. Итак, для того, чтобы потом в дальнейшем нам не пришлось делать дополнительные соединения и пришивать дополнительной ниточкой крючки, я оставляю вот такой вот небольшой хвостик, сантиметров 12, для того, чтобы в дальнейшем им было пришить крючки. Далее делаю начальную воздушную петельку и набираю цепочку из 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Далее нам нужно вот эту цепочку замкнуть в круг. Мы привытягиваем последнюю петельку и вот так вот складываем пополам, для того, чтобы у нас хвостики оказались с рабочей ниточкой сверху. Находим первую петельку в цепочке, вводим в нее крючок и протаскиваем сквозь первую петельку последнюю. Таким образом мы с вами замкнули наше колечко. Берем вот этот хвостик, который мы оставляли для пришивания, накладываем на вот это колечко. И сейчас, дойдя до центра обвязывания колечка, мы бросим хвостик, и он у нас окажется по центру. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем обвязывать колечко столбиками без накида. Так как я знаю, что у меня в колечко вмещается 22 столбика, то провязав первую половину из 11 столбиков, я брошу вот этот хвостик. Возможно, у вас вместится 24 столбика, тогда вы бросаете через 12. Итак, первый столбик без накида под колечко, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Бросаю вот эту ниточку рабочую и дальше обвязываю только лишь цепочку из воздушных петелек. И продолжаю считать 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Все, обвязали колечко наше и в первую петельку делаем соединительный столбик. Мы обвязали колечко и получилось у нас по центру осталась ниточка, которой я буду пришивать крючок. Далее, для того, чтобы перейти на следующее колечко, нам нужно его сделать. Поэтому поднимаемся на половинку колечка, то есть 12 пополам это 6 воздушных петель, 4, 5, 6. Далее делаем 3 накида и провязываем в петлю основания цепочки столбик с 3 накидами.
Сквозь первый накид пропускаем рабочую нить, сквозь вторую пару накид пропускаем рабочую нить, сквозь третью и сквозь рабочую петлю и оставшуюся петельку с левой стороны. У нас получилось новое колечко, которое мы обвяжем столбиками без накида. Для этого поднимаемся на одну воздушную петлю и переходим на левую сторону колечка. Так как я люблю точность, и чтобы у меня получались одинаковые вот такие кружочки, я буду провязывать под каждую сторону 11 столбиков без накида с одной стороны и с другой стороны. Поэтому провязываю первые 10 столбиков без накида под левую сторону. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый, а одиннадцатый столбик, то есть последний столбик с этой стороны, я провязываю в петлю основания соединительным столбиком и затем перехожу на вторую сторону, вот так, и продолжаю провязывать под вторую сторону 11 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Далее делаю соединительный столбик в первую петлю подъема. Вот так. У меня получилось второе колечко, которое точно такое же, как и первое. Мы повторяем все заново. Пол колечка набираем высоту, то есть 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Далее 3 накида. И провязываем в петлю основания цепочки столбик с 3 накидами. Сквозь первый накид пропускаем, сквозь второй накид пропускаем рабочую нить, сквозь третий и оставшиеся 2 петельки на крючке. Вот так. Теперь 1 воздушная петля подъема. И обвязываем 10 столбиков с левой стороны. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И как вы помните, 11 столбик, то есть последний столбик с этой стороны, мы делаем соединительным столбиком в петлю основания цепочки. Далее поворачиваем перед колечком и на другую сторону провязываем точно так же 11 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Соединительный столбик делаем в петлю подъема в начале обвязывания колечка. Вот так мы провязали с вами 3 колечка. Они имеют у нас абсолютно одинаковые размеры. Почему я люблю просчитывать именно количество столбиков, провязанных в колечко? Для того, чтобы просто они не отличались по размеру. Я провязала из более толстенькой пряжи. Сейчас я перейду на тоненькую и буду делать все то же самое. При этом достаточно аккуратно выглядит наше вязание. И когда вы уже провяжете полностью нужную длину по вашей талии, вы просто прогладите хорошо, красивенько, скажем, сформируете каждое колечко, оно встанет у вас на место и получится вот такая вот цепочка по окружности вашей талии. При этом колечко будет красивенько лежать, если вы его загладите. Вот мерсеризированный хлопок, он более такой вот держит, скажем, свою форму, более плотный. Вот, и получится вот такая вот цепочечка нужной длины. Далее продолжаем вязать до нужной длины и перейдем на пришивание крючка. Пришиваем мы крючочки той же ниточкой, которую оставляли с одной стороны, и точно так же можно оставить с другой стороны иголочкой, самым обычным способом. И далее просто мы берем, делаем застежку, застегиваем за друг друга колечко с, ну скажем, с крючком. И все, и получается у нас вот такой поясочек. Можно также это ленточное кружево использовать в своих каких-то целях, то есть еще его приводим в порядок после
того, когда вязали, можно его постирать, можно его закрахмалить немножечко. Единственное, что у меня красный цвет, крахмал будет браться таким вот белизной на красном цвете, но в принципе можно использовать немножечко и желатина, то есть для того, чтобы привести в такую нужную форму, которой, скажем, которая укладывается в итоге в равномерные красивые колечки. Но, честно говоря, мне нравится и так, как выглядит. Вот я уже померила, как оно выглядит, скажем, на платье, либо же, так как я живу в Украине, то у нас национальный костюм – это вышиванка, то, соответственно, можно такой поясочек одевать и на вышиванку. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Обязательно лайкайте. Кто еще не вязал, попробуйте обязательно. Вот, и подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписан, будет много чего нового интересного. Также нажимайте на колокольчик под видео для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока!